Я говорю, так говорит Бог. Господь требует, чтобы погружение в церкви было троекратное и полное. Чтобы крещение было настоящим, надо человека научить. Идите, научите все народы. Второе. Троекратное погружение и делать бесплатно. Сегодня все три условия нарушаются. Я об этом крещу и трублю. Венчают, а венцы держат сзади над головами. Они должны быть на головах. Чего ради? Какой венец, когда он над головой держит-то? Все таинства нарушаются. Я православный, я не могу смотреть, как попирается православная вера. Я об этом и говорю. Говоря о государственных делах, крупных делах, там, финансовых махинациях, я говорю все с указанием телефона, адреса, кто это работает, он теперь раскаялся, теперь он приносит. Вот здесь вот 74 человека, которые у нас пришли к Богу через занятия в университете. Это 15-й том. Каждый том имеет какую-то целенаправленность. Здесь вопросы, ответы разных книг, которые выходят. Вот. Это вот как беседа с сектантами, как образовать общину. Это отдельно как работать с детьми. А ваша община в Мамонтовском районе? Да, в Мамонтовском районе, поселок Потеряевка. Вторая в Барнауле, Ползунова 6. Да. Но мы в храме, в соборе, все. Собор, который епископ, мы там же вместе служим и все. Но у нас еще и отдельно мы собираемся, когда батюшка приезжает. То есть нас ничто не разделяет, это наша вера. Но идти на то, что все продается, покупается, мы не идем. У нас ни за крещение не берут деньги, ни за венчание, у нас ни за что не берутся деньги. У нас свечи, вот они ставят, ни одна церковная свеча у нас гореть не будет. Они нечистые. Мы покупаем воск, льют, и батюшка ставит сколько надо. У нас в церкви ни одного рубля не движется, никто не ходит. Встали, 7 минут мы углубились в молитву. Дальше врата царские открываются, началось богослужение. Мы пришли Богу молиться, а не комки устраивать здесь. Вот это по самой высшей мерке православия. И почему сектанты, которые, ну, сектанты, такое уж название, это баптисты, адвентисты, которые касаются с нами, очень многие перешли и стали батюшками. Это лучшие батюшки в нашей стране. Они знают Писание. Это очень хорошие люди. Но они не церковь, у них нет священства, у них нет таинства. Повторяю, сектанты по многим параметрам лучше нас. Ну, в большинстве. Но они не церковь, а вне церкви нет спасения. И я на этом все время стараюсь вам выйти. Ну, Господь. Показать, что спасибо есть священство. Вам большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. Скажите, пожалуйста, вы Гальпштадт знаете?